вечер. Мы начинаем наш апрельский квартирник. Там просто на заднем плане молодой человек в этот момент руку поднял, поэтому я думала, он очень хочет что-то сказать. Он не нам. Мы начинаем наш апрельский квартирник, посвященный творчеству Светланы Сургановой. В этом году тема квартирника, мероприятие тематическое. Каждый год имеет определенную тему, веху в творчестве коллектива или самой Светланы. В этом году у нас авторство Светланы Сургановой, то есть основная масса произведений, которые сегодня прозвучат, авторство именно Светланы Сургановой. Я не буду сейчас много говорить, потому что нам надо поскорее пригласить на сцену первого участника, и я про нее скажу вот что. Поэт, музыкант, автор-исполнитель, участница знаменитого снайперского хора, есть и такой. Одинаково легко и душевно исполняет и романсы, и песни о войне, и собственные песни, и мировые известные шлягеры. Это Дина Журавлева. Дина не так давно выпустила книгу своих стихов, называется «Чаяние», правильно? Да. Вот, если кому-то интересно, можете, если успеете, Дину поймать после выступления и задать ей вопросы по поводу этой книги. Добрый вечер. Дима. Я поздравляю вас всех с общим праздником, 16-летием образования группы «Сурганова и оркестр». Я очень рада этому событию. Пусть творчество нас с вами всегда сопровождает. И эта любовь рождает в нас новые-новые чувства. Весна. В сердце апрель. Апрельский квартирник. Недавно я переслушивала первую пулю, буквально недели две назад. И очень классно ассоциировала это мероприятие, которое сегодня начинается, начнется сейчас, с тем первым магнитоальбомом. Это здорово. Спасибо, Лена, за то, что ты делаешь такие вещи. Спасибо, что ты продолжаешь историю квартирников. Сегодня я исполню свои песни. Сегодня я исполню песни Светы Сургановой и Светланы Голубевой. Красота, как вода, разливает свет по вискам. Твоих разноцветных причуд я опускаюсь на дно иностранцем земли, на которой не ждут новые запахи длятся, ночь закрывает глаза, я обнимаю тебя, ничего не сказав. А звезда рассечет в лихорадке сон.
красных кром. Солнечный полдень и тонкие пальцы твоих разноцветных причуд. Я опускаюсь на дно иностранцев, земли, на которой не ждут. Новые запахи длятся, ночь закрывает глаза. Я обнимаю тебя, ничего не сказав. Рядом с вами, с тобой.